Привезли нам новый баллон. Ему удобнее, чем нам на PCX. Мы тут с ума сошли. Вести его. Ой. Всем привет. Сейчас я буду мариновать огурчики. Солить, точнее, не мариновать. Про кучу рецептов на YouTube почитал во всяких блогах кулинарных и так далее. Ну и как все делают, решил сделать что-то свое. Первый раз получилось, второй раз, я думаю, тоже получится. И решили все это и для себя увековечить, чтобы потом не мудрствовать. Так, на ночь вчера в питьевой воде замочил огурчики, чтобы они были такие покрепче. И чтобы получились более-менее хрустящие. Так, сейчас я их вот уже сюда взвешу. Почти 2 килограмма, то есть кило 800 где-то. Кило 800, ну где-то кило 900. Я использую обыкновенную 6-литровую бутыль. Тару. Тару, да. Ага. Чеснок. Одна луковица или как? Одна чесночина. Луковица лук, да? Да. Чеснок тоже луковица называется? Я не знаю. Одна чесночина. И пучок укропа. Укроп тут такой хороший, прям с грядки пахнет за метров, наверное, 5, да? Угу. Очень, очень вкусный. Выглядит вот так. Так. Сухая. И на такую вот тару я буду делать 2 неполные ложки. Чего? Ирика пчела укусила. Да. 2 неполные ложки. Соли? Ну как неполные? Нормальные, обычные ложки. Угу. Будет больше не беда, потому что мы любим соленые огурцы, а не мало сольные. Да? Да. Много соли, соленых огурцах, я думаю, не бывает. Не бывает. Те, которые очень соленые, они просто соленые. Просто надо чуть поменьше есть, на дольше хватит. Кулинар Олег говорит 3 ложки. Вечер как-то маловато солености. Угу. 20 приправ универсальных трав и овощей для любых блюд. То есть сейчас я перечислю, что состав: морковь сушеная, корень пастернака сушеный, корень сельдерея сушеный, корень петрушки сушеный, лук репчатый сушеный, паприка красная хлопьями, паприка зеленая хлопьями, паприка желтая хлопьями, чеснок сушеный, петрушка сушеная, укроп сушеный, сельдерей сушеный, базилик сушеный, семена фенхеля, лук зеленый сушеный, лук порей сушеный, лук резанец. Сушеный тимьян, розмарин, майоран. Оля, спасибо. Сколько добавил? Пол чайной ложки. Хана бутылки. Не хана? Чё это она сегодня? Чё? Не деформировалась.
Со временем, если я... Так, крышечки где? Перемешаем. Вот так. Через сколько они будут готовы? Короче, через несколько часов они будут малосольные. И через где-то суток трое они будут уже соленые и вкусные. Вот то, что у нас получилось. А, против света, нельзя снимать. Воды 2 литра. Да. Вот так мы это дело кладем. Чтобы все было в маринаде. И пускай. А у нас буквально недавно был дождь. Но сейчас еще немножко распогодится, и можно будет поехать гулять. Бабуле покажи чипсы, говорит. 70 рублей здесь стоит такая большая пачка. Это Эрику, они там... За что? Уже давно заплатили, в тот же день. За бой, когда заплатили, спрашиваю. В тот же день заплатили. Где-то около, ну, где-то там 7 с чем-то рубля в песне. Что? Нога, да, но у меня ребро, походу, там чуть-чуть повредилось. Еще чуть-чуть проходит. Ребро повредилось, чуть-чуть проходит еще. Нога уже более-менее. А? Да. По старой ярополовской традиции на пляже надо кушать яичницу с помидорами. Да, это мама меня еще учила, когда мы на Каспийском море были. Мы все время на пляж, когда я такой был мелкий, как Эрик, на пляж все время делали яичницу с помидорами. И в нее же, потом, когда она уже готова, добавляется хлеб. Очень вкусно. Мама, привет. Завтрак и обед оказался из 8 яиц. Или 9. Или 9. И 4 помидорок. И 4 горбушек хлеба. Потому что так они не вкусные, а так они восхитительные. А, горячо. Да, горячо. И кофе очень горячий. Обалдеть. Мы купили в Паттайе. Он такой термос офигенный. А, в магазине. Наш, да? Да, в магазине DIY. Он находится в Туккоме. А это термос Тайгер фирма. Они, кстати, почти одинаковые, блестят даже одинаково. Мы нашли, когда гоняли на водопад, на Муанг 2. На водопад. Да. Потом был сафари на машинах. Наз, расскажи. Там был сафари на джипах. И там большие горки такие прям. Такие горки. Олег, на, возьми, тебя не слышно. Это этот, айпад, там большие. Там были большие-большие горки. А я закрыл камеру, да? Так вот, там были горки большие. И на машинах, на джипах возили всех людей. И, соответственно, здесь когда такой подъем, то у них все там летит вниз. И никто не останавливается, потому что это невозможно, в принципе. А мы ходили там пешком и нашли там термос, еще много всякой ерунды. Китайский. Ну, блин, мы нашли термос, бутылку воды мы нашли. Да, очень хотелось пить. И смотрим, на дороге валяется холодная бутылка с закрытой, запечатанной водой. Думаю, ну, отлично. Хороший день. Так, уйди-ка, солнышко. Я не понимаю, я снимаю или нет? Отойди, пожалуйста. Господи, да где же он? Вот он. Это Эрик нашел. Выкинул обратно, вот что это такое. Крабик. Какой-то не пойми чего.
Надо показать ей. Ага. Да и что она тебе скажет? Подожди, дай сфоткать еще. Ой, какая гадость. О, жесть. Она весь экран. Консультация у тайцев. Я не буду это есть, но все равно спросить можно. Айда, можно есть? Да. Сейчас ее муж еще там в сети раскидал по всему морю. Сейчас он их соберет, посмотрим, что словил он. Так, ну что, у нас есть шанс увидеть, что он поймал или нету? Что-то как-то пусто. Блин, это на все странно было видеть, как я за ним бежала. А, маленькие рыбешки? Что-то как-то пусто у него там. Есть? Кроме грязи я ничего не вижу. Маленькие рыбешки, да. Нифига. Вот такие поймал. Видно вам? Да, есть маленькие рыбешки. Да? Да. О, много маленьких, да? Ага. Да. Вот они. Потрогай эту, чтобы было видно, какой размер у нее. Фу, она такая мерзкая, если честно. Или тут так. Ага. Ну, побольше. Комиссии? Да, здесь тоже. Он сказал, многие говорят, а чего вы не расплачиваетесь карточками в магазине? А потому что там минимум 300 бат нужно покупать. Не надо умничать. Смотрите, чем можно порадовать ребенка. 20 бат. И все. Эрик, одно. Эрик. 300 рублей. Ну да. Решили рыбу купить вот такую. Килограмм 150. Нам вышло на 180 бат. Ну здесь вот. Нам поесть надо фига. Да, я покажу хоть ты там на весь этот. Да не видно, ты посмотри, как она приближает. Два голожопых. Я не кушаю, я нагрелся, и мы хотим туда бассейн, но мы это спасать. Да? Погрелся, говори. Я тут буду. Он тебя не слышит, громче. Я буду на пляж и бассейн. Да? Еще громче. Бассейн буду на пляж. С корабликом. На корабликом. Что невозможно? Есть возможность, снимайте на видео, как они разговаривают. Да, уже. В процессе. Олег рыбу солит. Я купил кокета. Да? Но они же не на лопере мою. Где? Я даю приехать.
Я самое. Я на самое. А ты скажи, в Паттайе. Ребят, кто это? Мне пофиг, я пошла. Он рядом с домом. Не знаю, буду смотреть. Маленький геккончик. Ты кто? Ку-ку. Ну, конечно, никого не видно. Это он. А, это ты? А прикинь, как большой разговаривает, который больше его в 4 раза. О, вы посмотрите, какой он огромный. Это, короче, офига, он находится за кем, смотри, вон. Маленький. Только не ешь маленького геккона. Да, возможно, кстати. Я этого не переживу. Это кто это? Реально опасен. Язык такой, прям варан, блин. Это большой геккон. Огромный. Тебе страшно? Мегон. Он топает. Ты топаешь? Он тут все паука, он по стенам ползает, смотри. Там паука, это паука тебе сюда. Не дышит. Офигеть вообще. Ну, не надо. Даже не моргает. Да, не моргает.